Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. В 2019 году Максим Галкин хвастался, как установил на своем приусадебном участке 15-метровую елку. Для этого ему пришлось вызвать рабочую бригаду и подъемный кран. Ну а сегодня Максим решил обойтись своими силами и пошел приводить дерево в порядок. А перед этим показал своим фанатам голубя мира. Голубь мира на драконе. Ты давай, голубь. Это у нас скульптурная композиция. Ты уж как-то не испорть. Ага. Слышь, там к тебе хахель. Какая у нас тут тусня. Ага. Ну давай, что ты там? Менжуешься. Слезай. Мадам ждет. О, дошло. Так. Ну давай. С крыла Георгия прям на змея. Миру мир. Ладно, не буду смущать молодоженов. А я тем временем пошел обрезать сухие ветки на самой нашей большой ели. Сейчас. Вон она, красавица. Я туда. Здесь у нас Мальдивы. Подмосковного разлива. Приступим. Не, ну я не все собираюсь. Вот она, сухая, даже две. Теперь замазываем у дерева раны. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.